Nächster Halt, Kenning-Hürtenstraße. Übergang zur U1. Ausstieg links. Fahrgäste in Richtung Hafen. Wegen Bauarbeiten ist die Zeit zwischen Aufwahl und Fahrt von der Bitte nur als Alternative S-Bahn. Люсбрюке. Такая вот станция. Не курить, не пить. Кушать курочек. Курочек можно не только кушать. Особенно если курочки это тёлочки, да? Блин, я сейчас ехал буквально на станции примерно 5. Почему я говорю примерно? Конечно, может быть 4 или 6. Ну, давайте быть честны. Наверное, все-таки 5. Просто невероятно красиво. Вот невероятно красиво. Возможно, это вообще высшая степень красоты, которая только возможна. А главное, органика, то есть все органично сплетается. Просто супер. Если бы Красноярск таким был, то Красноярск лучший город в мире. А что мешает? Ну, мешает, наверное, только слово из 4 букв. Ага. Слово «если». Если бы я был в других странах, я бы по-другому выразился. Но так я выражусь, что это смесь какая-то Италии с, естественно, Турцией. Большой магазин Реве. А вот тот магазинчик, Schlüsselservice, Haus Halswaren, куда я, собственно, и хотел прийти. Сейчас я в него зайду. Haus Halswaren или Gegen Stände, это, ну, типа хозтовары. Вот, собственно, в них и зайдем сейчас. Снимать я там не буду. В общем, обстановка такая. Ты не можешь зайти в какой-нибудь магазин, если это не супермаркет, ну, то есть какой-то специализированный магазин, а это все-таки специализированный магазин, без какого-то QR или QR, или как угодно называете его, кода, да? И я такой, опа! Ну, как бы я там могу и ausgangen, да? Но мне нужен был ножичек для картошки. Стоимость дикая, наверное, он немецкий, поэтому можно сказать, что неплохо. Сейчас я вам покажу. Дело в том, что в супермаркете такого нет, а мне нужен был именно такой. В России бы такая фенька стоила, ну, очень дешево. Здесь 8 евро, ну, как бы и хрен с ним. Так вот, мне пришлось дать свое имя, фамилию, телефон я не стал свой оставлять, но имейл свой оставить обязательно нужно. То есть это вот такие противодействия короне. Ну, если так можно выразиться. Нет, ну, если надо, так надо. Сейчас начнется мой любимый дождичек. И я пойду в сторону Шлюмп. Я думаю, дождичек меня не убьет. Тем более, у меня есть защита. Защита под названием «Кепочка моя». Прекрасная, синенькая. «Фергерета». Я вернусь через мостик и там достаточно прилично пройдусь. Есть разные виды красоты, и есть красота, которая тебе по вкусу, которая не по вкусу. Вот вся красота, которая в этом городе, мне по вкусу. Все, значит, погнали до Шлюмпа.